Всем привет! Это канал о фигурном катании, и здесь мы обсуждаем последние события, которые произошли. Итак, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Закитова поучаствовала в голосовании по поправкам в Конституцию. И вот что она написала. «Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России – мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все, что я сейчас имею – олимпийское золото, любовь и признание болельщиков – получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна, ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть. Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу. Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосование и решить судьбу нашей с вами родной страны». Также фигуристка закрыла комментарии к посту в Инстаграме.